Та-дам! Привет, друзья! С вами снова я, Равшан Хаджиев. Это было краткое содержание предыдущего эпизода, где я готовил лопатку ягненка. Она получилась очень вкусной, нежной. Если вдруг вы пропустили этот эпизод, обязательно посмотрите. Вот подсказочка. Это невероятно простое и очень вкусное блюдо. Настолько, что я до сих пор каждый день пересматриваю этот выпуск. Отвечаю. На прошлой неделе я устроил небольшое голосование и предложил вам на выбор два блюда. Шурпу из бычьего хвоста, либо курочку пикантную, очень ароматную и вкусную, приготовленную в глиняном горшочке. Я очень внимательно читал все ваши комментарии, друзья, поэтому выдыхаю. Сегодня на моей кухне бычий хвост. Сегодня вы узнаете, что такое самое настоящее, вкусное, ароматное телец шорва. Давайте посмотрим, какие ингредиенты нам сегодня понадобятся. Ну что, друзья, давайте знакомиться. Тот самый бычий хвост. Красивенький, свеженький. Я повырезал все лимфоузлы. Здесь все нормально. Были вопросы относительно лопатки. Лопатки я тоже вырезал. Очень смешной комментарий был по поводу того, что лопатка есть задняя нога. Это было очень забавно и смешно. Если вдруг это написал мне мясник, то я готов упасть под стол. Ляганчик номер два. Молодая картошка, морковь, болгарский перец, помидоры, лук. Самое маленькое, но очень важное – соль. Базилик. Я сегодня сделал выбор в пользу зеленого базилика, потому что темный базилик может окрасить картошечку в процессе приготовления. А я, если вдруг вы не знаете, всегда за эстетику. Поэтому сегодня зеленый базилик. Он понадобится нам в самом конце. Об этом чуть позже. Приступаем, друзья. Я буду готовить хвост целиком. Поэтому целиком его и укладываю. Я думаю, мне будет проще, потому что он не так сильно, наверное, будет всплывать. Посмотрим. Добавляем холодной воды. Смотрите, могу работать через отражение. Были переживающие, что меня не видно в кадре. Все дело в том, что я хочу показывать вам все крупным планом. Достаточно много воды в кастрюле. Во-первых, шурпа будет готовиться очень долго, это нужно учитывать. Во-вторых, я очень нескромно снимаю пенку и совсем не переживаю, что забираю жидкость из кастрюли. Все, увидите, пойдем поставим все это на огонь. Итак, друзья, бульон вскипел. Как вы видели, я тщательнейшим образом депортировал с территории кастрюли абсолютно всю пену. Это очень важно. Прямо сейчас запустил секундомер, потому что, как по мне, так шурпа начинает готовиться вот сейчас.
Я приготовил первую партию овощей. В первую очередь в кастрюлю пойдет морковка, лук, помидоры и болгарский перец. Как видите, все собираюсь кидать целиком. Я сегодня ничего не крошу, пчак сегодня на расслабоне. Потому что я не люблю, когда вот овощная пюрешка засоряет бульон. Я люблю, когда все прозрачненько. Единственное, что я сделаю с помидорами, это проколю их вилкой в нескольких местах. По той же самой причине. Я пока бульон не солил. Это тоже очень важно, если вы хотите, чтобы ваша морковочка осталась сладкой. Я посолю бульон только после того, как она приготовится и будет извлечена. Очень настаиваю на том, чтобы вы посмотрели и обратили внимание на интенсивность кипения шурпы. Это очень важно, если вы хотите прозрачный бульон. Эти кадры я не буду ускорять. Смотрите все в натурашку. С того момента, как я запустил секундомер, прошло 1.5 часа. Только что я извлек из бульона готовую морковочку и другие овощи-доноры, помидоры, болгарский перец и лук. Они отдали бульону все, что могли. Этот мир жесток. Без обид, сорян, но вон из бульона. Я посолил смело, с таким расчетом, чтобы хватило и на картошечку, которую я также закинул. Как только она будет готова, я выключу огонь, закину в кастрюлю несколько веточек базилика, подожду минут 10. Все отдохнет, и я займусь подачей, друзья. Я хочу с вами попрощаться. Все самые полезные ссылки внизу. Мне безумно приятно, что вы готовите по рецептам, которые я уже успел показать. Не забывайте фоткать, выкладывайте свои фотографии в Инстаграм. Отмечайте меня, я с удовольствием посмотрю. Ссылка на мой аккаунт, как обычно, внизу. Живите ярко, ешьте вкусно. Впереди вас ждет натюрморт. Пока.